27 декабря 2020 год, Харьков. Надеялся я поснимать Сатурн и Юпитер, сближение их на данное число. Но прекрасный солнечный денек под вечер превратился в не менее прекрасный, но облачный вечер. А вот там у нас сейчас Сатурн с Юпитером. А может, в прореху в облаках еще и попаду. Сегодня погодка со мной играется. Ночью кристальное чистое небо было, пока дошел снять МКС за город. За 4 минуты до пролета МКС налетели облака. Налетели в буквальном смысле. Они чуть ли МКС не опережали. Ну, это красиво, конечно. Но ничего эпохального, сопоставимого со сближением Сатурна и Юпитера на небосводе на 35 угловых минут, как сегодня. Не хочешь фокусироваться? Ладушки. Подождем еще. Может, хоть луна вынырнет рядом с Альдебараном. Сегодня луна у нас в 5 угловых градусах. 15:44 в Харькове по Киеву. 27 декабря 2020 год.